качает насос 2 атмосферы, баллон полностью наполняется, можно 2,5, подкачка лягушкой не требуется таким вот насосиком, очень хорошим. Лодка Крофмарин, длиной 3,90, грузоподъемность 880 килограмм. На 5 человек рассчитано, так, лодку не рвать, на 5 человек рассчитано, мотор можно максимально 30 литров в секунду устанавливать. У нас Yamaha 5-сильная, нам достаточно, чтобы по таким небольшим водоемчикам кружить. Вполне доволен таким сочетанием. Вот сам мотор, покупали в прошлом году, где-то он нам 1080-85 обошелся. 4-тактный, бензин разбавлять не надо, очень хорошо. Долго ходит, мало ест. Замечательная вещь, даже я могу его таскать, не тяжелый. Всего 3 баллона и плюс большой, самый главный баллон, это надувное дно, оснащено надувным дном. Была у нас лодка паёльная с деревяшками, мы ее поменяли вот на эту вот красавицу, потому что так вдвоем легче, вдвоем продуктивней. Киль тоже имеется. Весом она 36 килограмм по сравнению с паёльной профмарин у нас была. Ой, профмарин, Альтаир. Та весила 46-47 килограмм. То есть вообще идеально. Для семьи уникальная. Ну вот, собрались, уселись. Езжаем, ехаем. Ёлка с нами. Грызёт опять что-то. Красота. Ага. Куда нос собачий лезет? На крючке посидеть. Ёли? Господи. Чё, господи? Я еще, не... Таких сейчас отпускают. Это господь, господня. Да, видишь, собака. Да. Смотри, этот, между прочим, какой-то черно-синий. Те были желтые, этот такой синеватый. Ёлки пофиг. На, на, на. Все, на, держи. Чего? Голодная собака, еще ешь, что ли? Да какая она голодная, она ела как не в себя, блин. На, держи, ей просто надо, что он живой, прибить его. Больше даром ей не нужен. Еще один. Что скажешь-то по ощущениям? Как там? А, вот. Это на килограмм. На килограмм? Надо отходить от берега. Тут какие-то... Был бы на килограмм. Какие-то... Если бы вырос. Малыши клюют. Сейчас поймаешь еще килограмм на 15 животных. На 10. Ёлка-то? Я думаю, не больше 10. Нет. Хати 13 весит, да, у нас. Фига он заглотил. Не устал ловить-то еще, а я когда ловить буду? Не устал, я еще не начинал. У меня вон. У меня, кстати. Давай, давай, доставай. У меня там все на месте сидит еще. Телепенькается. Ага. Ушел? Все, что ли? Ну, блин. Спектакль окончен. Нет никого. Ёли. Просто золотая вертушечка. Холодно. Очень холодно. Где серьезная рыба-то? Мне кажется, это один и тот же гребень, не? Тем не менее, тем временем... О, ничего себе, там как красиво, закат как красиво. Клёвочка. Большой расшитый, да? Ой, нифига себе. Откуда я знаю? Покажи, и что происходит? Видать тебе и жопу собаки. Не надо жопу собаки, вон, спину покажи. Чего, показывает-то? Всем жопу собаки, ага. Мне кажется, я сейчас поймаю рыбку больше, чем ты.
Она так бодренько подъезжает к нам. Чуть с той леска не прихлестнулся. О! У меня уже побольше. Так, елка, сиди на жопке. Долго нам. Ультралайт. Моя любимая палочка стала с того года. Дарует классные ощущения.